Всем привет, вы на канале Crypto Commons, друзья мои дорогие. Для всех тех, кто думает, что сейчас будет лютый дамп или что мы в медвежьем тренде, я вам напоминаю, что у нас на дневном таймфрейме по биткоину зеленый money flow на сайфере, зеленый супер тренд и зеленая свеча хайканаши. И это очень важный факт, ребята, потому что, честно говоря, все выглядит на младших таймфреймах, все выглядит по медвежьи. Смотрим 4-часовик. Тут уже у нас медвежий супертренд, тут уже красный money flow, соответственно, красные свечи. И да, происходит коррекция, вполне ожидаемая коррекция после такого импульса. И куда мы тут можем упасть, если даже вот просто по сетке Fibonacci примерно прикинуть? Да можем легко мы кольнуть на самом деле. Даже оставаясь в этом дневном бычьем супертренде, мы можем на 4-часовике кольнуть вот куда-нибудь на 0,5 фибу, например, ниже 21 тысячи. Или даже на 0,618 заколоть, на 19600, прикиньте, и потом резко отскочить. Такое произойти может. Это крипторынок. Просто вот такая сопля и отскок наверх. Я не говорю, что это точно будет, я просто вас предостерегаю. И самому хочется, я почему с вами этим делюсь, самому хочется закрыть лонги, которые пока еще в плюсе. Вот я вижу по тоталу, что есть хороший плюс, и вроде надо его забирать, разгружать, хотя уже частично разгружал. То есть, посмотрите, все равно тренд-то сохраняется. Вот по Dash, допустим, локальный супертренд сохраняется. Другой вопрос, что если он сейчас его пробьет, то я просто выйду по моей последней точке входа и буду ждать точки входа лучше. И не все позиции, конечно же, в плюсе. На битгете вот есть некоторые минуса по альтам локальные, но это тоже нормально. Вот посмотрите, биток сейчас реально вот на этой трендовой своей находится, ее закалывает. Если он сейчас не отскочит обратно, то действительно стоит сокращать лонг позиции, я думаю, что в моменте краткосрочно. Но долгосрочно, еще раз вам говорю, дневной супертренд, дневной money flow. Недельный супертренд только начался, понимаете, и money flow тоже же не начался, он только сейчас начнется. После недельной огромной этой зеленой точки. Поэтому тут скорее наоборот, скорее внутри этой недели сейчас может быть, да, сквиз, а потом наверх. Поэтому, конечно же, приоритет лонговый сохраняем. Тем более, что сейчас всех загонят в шорты, поскольку фад с Binance, как вы, наверное, знаете, да, обвинение со стороны США в сторону Binance, что они там типа уклонялись от всех правовых норм и, короче, гоняли деньги туда-сюда, там чуть ли не террористам, на что CZ мощно всех раскидал. Ребята, он написал, что чуваки, вы, походу, не в курсе, что вообще как работают биржи, и пользователи делают депозиты и выводы, и как бы объединять их модель работы с моделью FTX вообще не стоит, потому что они абсолютно разные. Вот он говорит, я глубоко разочарован тем, что Forbes продолжает писать необоснованные статьи, теряя свой авторитет. Понятно, что он тоже просто кроет свою мягкую точку, давайте скажем так, да, и что он может еще сказать CZ, посмотрите в его честные глаза. Но, тем не менее, я тоже думаю, что на самом деле все нормально у Binance, хотя, конечно же, в последнее время что-то они шалят, поэтому я вам рекомендую, ребят, переходить на Bybit, на BitGet, на Femex, в конце концов, замечательная биржа, кстати, Femex, они недавно добавили кросс-марджин на споте, ребята, до пятого плеча на споте можно торговать не на фьючах, вот как здесь у меня эфир лонг набран, локальный трейд, а именно глобально, вот на самом споте, тут есть, вот видите, спот, margin trading 5x new, то есть вы можете торговать с плечом, одалживая USDT или биткоин или там эфир, то, против чего вы, собственно, лонгуете. То есть, когда вы что-то вообще торгуете с плечом, вы по-любому шортите то, что одалживаете. Поймите это. Если вы лонгуете биток, значит, вы шортите тезер, да, и наоборот. И вот вы можете здесь одалживать реально физические монеты, на них покупать другие монеты. Но дисклеймер, ребята, торговля с плечом — это очень опасно. Если вам интересно эта тема, навалите лайков, я внесу сюда побольше крипты и сделаю об этом обзор. Просто у меня сейчас здесь пока на счету ноль, у меня все на деривативах. Но тема интересная. В общем, Femex — классная биржа. Для всех тех, у кого проблемы там с Bybit, есть в некоторых странах Европы, еще где-то в Узбекистане, по-моему, забанили Bybit. В общем, Femex — офигенная альтернатива. И это не реклама, если что. Это реально биржа, на которой я сам торгую, как вы видите, и очень ее люблю. Вот, так что... Да, смотрите, стоп даже не задело. Помните, мы ставили стоп на стриме с вами чуть ниже цены входа и до него не сходило. Причем вот тень была даже, походу тень была вот эта, но его не выбило. Или это было позже уже? Ну ладно, короче, не суть. А значит что? Вернувшись к локальной ситуации, ребята, у нас идеальные просто были два сигнала за этот месяц по TRDR. Ссылка на который тоже есть в описании. Сервис TRDR — это просто гениальное изобретение для трейдера. Это типа TradingView, только он подгружает еще со стаканов всю информацию со всех бирж. Короче, чуваки, 300 баксов в год, это реально того стоит. Посмотрите, два сигнала, они не показывают то, что сразу лонг или шорт. Они показывают, что здесь очень сильные плиты, которые сдерживают цену, посмотрите. И потом идет флэт, и потом идет обратное движение. Вот, тем не менее, ждем, что если он сейчас покажет здесь опять сильную плиту, это будет сигнал на лонг. Но рост может начаться и без.
Без этого. Тем не менее, сейчас по вот этому сигналу все же у нас идет даунтренд, и вот он отрабатывает. Короче, новые настройки этой темы я вчера писал в Telegram. Проверьте подписку к нам в Telegram. Кто не видел, я настроил сейчас его вот так, тупо. 75, 75, 75 на биток. Показывает достаточно хорошо. Ну, будем подкручивать по ситуации. Пока мне нравится такая настройка. Индикатор называется Order Book Overlay, если что. Последний параметр можно от 70 до 75 варьировать, смотреть. Это ASCII, то есть верхние заявки на продажу. Вот, более подробный обзор, как настроить эту штуку, сейчас появится сверху. Вот там обязательно гляньте, это просто крышеснос, чуваки. Тем временем, пока я, в принципе, заканчиваю уже делать этот короткий обзор. Биток потихонечку, видите, все-таки пытается удержаться. Мне не нравится тоже эта форма локально. Вот я вам говорю, вот эта коррекция, вот эта форма напоминает коррекционную ABC. И мы сейчас, получается, в волне C, мы можем уйти еще ниже и переписать этот лоу. Вполне себе. И тем более, что у нас тут глобально вон откуда мы начинали расти. То есть мы можем вот даже этот лоу переписать в перспективе. Поэтому смотрим, как я уже сказал. Если будут лить, наверное, надо выходить, если вы в лонгах. Но в целом, конечно, надо лонги сейчас набирать всю дорогу. Если будут лить вот туда, я там буду лично агрессивно тариться. А если туда лить не буду, то у меня и так есть часть позиции. На споте я не продаю. Я сейчас говорю только про фьючерсные сделки. Ребята, если вы просто криптоинвестор, ходлер, конечно же, накапливайте биток по таким ценам. Но это смешно. Какие вообще, какие могут быть продажи, когда мы недооценены до средних значений, именно до средних, а не до хаев. У нас недооцененка 44%. То есть нам еще 88% нужно вырасти, чтобы просто вернуться к средним значениям. Поэтому как инвестор, конечно же, покупайте биток. Посмотрите, по социальным метрикам риск упал на 0,17. Он был недавно 0,25. Это значит, что в социальных сетях не верят в биток. Это очень хорошо, ребята. То, что сейчас никто не интересуется битком, это очень хорошо в долгосроке. Поэтому всем профитролей накапливайте на холодном, торгуйте осторожно. На Фемиксе зацените кросс-марджин на споте, ссылка в описании. Bybit, BitGet, просто респект, отличные биржи. Всем, кто подписывается, ставит лайки, отдельный респектос. И до встречи в следующих выпусках, пока.